мастеров всем новичкам и не только. Нынешние рюкзаки без знаков качества при переноске тяжелых грузов могут просто лопнуть или у владельца пуп развяжется от тяжести.
лайн. День до дідька. Ворожки. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. Ай. Растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. Можно в это, конечно, и не верить, но кто знает. Что притащил? Есть дело меченое. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Ну, удачной охоты, сталкер. Подходи, пообщаемся. Схема не зовсім. Ну, то есть, пытаются его. Слухай, у тебя кулемет есть? Да не, каже. Нет у меня оружия никакого. Ну то может автомат, га? Да нет у меня ни пулемета, ни автомата. Чего? Мужик, помоги. Спасибо, меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог.
Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Конец связи. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя.
патроны, їжа. І важить усе це діло до біса. А от чого я одного разу чув? Стоїть сталкер, бувалий такий бувалий. Років 3 з глибини зони навіть до бару не вилазив. Да так ото стоїть він біля каменю на перехресті і читає. Вернулся? Проветришься, заходи. Чарочку. Кишки мої, напевно, у вузол вже зав'язалися від місцевого. Глянь. Не стріляйте. Стріляйте, будь ласка, не стріляйте. Не треба, я здаюсь. Стріляйте, будь ласка, стріляйте.
душевнее бы. Душевно зигран. Да, это в точку. Вернулся? Меченый, я тут поразмыслил надо. В общем, пострел. Тогда слушай, если добудешь документы, ко мне пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что совет. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда.